голодная. Отпусти! У меня вообще... Отпусти! Ровник покусала собака. В чем дело, девочки? Вы уже должны ложиться спать. Я чуть-чуть помузицирую и тоже ложусь спать. Уже пора. Папа, папа, сказку на ночь! Как в прошлый раз! О, девочки, мне сегодня немножко лень. Ну, папа! Ну, дочки! Ну, папа! Не даете спокойно поиграть? Ну, ладно, ладно. Давайте, Рит, пересядь вот сюда. Ладно, и какую же вам историю рассказать? Папа, ты в прошлый раз не дорассказал историю с Робликс. Да-да, мы хотим дослушать до конца. Ну ладно, значит, исполнилось нам 11 лет. Робликс, Робликс, у меня стрелка показывает туда. Побежали? Побежали? Куда? У меня она, по-моему, с ума сошла, я не понимаю, куда бежать. А у меня вот туда, вот в это здание, все, что сейчас тут, наверное, будет. Что-то оно без крыши, оно мне уже не нравится. Стоп, это школа? Я не знаю, но стрелка опять показывает не туда. Надо бежать в дом, вон в тот дом. А у тебя? А, да-да-да, куда-то туда. А, по-моему, нас ведут к нам домой. О, точно, мы домой возвращаемся, новое задание. Или у нас сейчас исполнится 12 лет, не знаю, посмотрим. Да, сколько же нам еще придется пройти испытаний, пока нас выпустят из этой игры. О, день рождения! Есть, подарок, подарок, берем подарок. Что там сегодня подарили? Рогатку! А нам нужна твоя помощь. Мы почему-то стали маленькими, и нам совсем мало лет, и нам нужно вырасти. А чтобы ты помог, поставь лайк и подпишись на канал за 5 секунд. Если ты уже подписан, то просто поставь лайк. 1, 2, 3, 4, 5. Поставь лайк, подписался на канал. Все, ты нам с Робликс помог. Тебе рогатку подарили, а я не понимаю, как его взять? А, все. Слушай, наша семья какая-то вся дикая, прям они так бешено радуются, прям все. Ура, ура. Подожди, а что надо нажать, кликнуть, чтобы... Я не могу, а, все. Да уж. Робник, хватит валяться. Хватит валяться. Все, стрелка показывает на улицу. Пойдем, посмотрим, что там надо сделать. А, нам надо с тобой стрелять в бутылочки. Какие-то дырочки. Давай, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Йоу-йоу, ты же. Прикольно. Ты видишь, тут вылазит какой-то этот бобер или енот, или крот, или кто-то. Это, мне кажется, это бутылка. О, она бегает от меня. Бутылка? Ты думаешь, это бутылка? Не знаю, но что-то она выглядывает. Все, мы победили, ю-ху! Может, еще в кого-нибудь постреляем? Я еще ни разу не попала, ты говоришь, победили. А тебе стрелка не показывает в дом? А, показывает. Ну все, да, победили, все. Мы всех порвали просто, мы супер-снайперы с тобой. Что, еще подарок? А, нет, нет, я уже куда-то обрадовалась. Туда идти. А, там мы тренировались с тобой, сейчас будем походу по кому-то стрелять. О-оу, так, куда-то сюда показывай. Теперь туда, вон туда. Пиу-пиу-пиу-пиу. Догоняй. О. Я не понимаю, как вообще тут... А-а-а, шарика столько, смотри, мы что натворили. О, пэт-шоп. Пэт-шоп, прикольно. Заходим и... Я единорожку хочу. Дайте мне единорожку. А я что хочу? А я овчарку сейчас возьму. О, я взял себе овчарку. Ты единорожку взял? А как ее взять? Я щелкну. Вот, у тебя единорожка, смотри. Ух ты, все. Вау, прикольно. А что теперь? А теперь вот сюда идти. Здесь нам говорят... Курица, тут как курица, как в Adopt Me, смотри. Где, где, где? Сейчас. Смешанная курица. Ой, это не курица. Где? Это, по-моему, какая-то птичка. Я думала, это курица. Нам вон туда вот надо, там корм для питомцев. Во, смотри, здесь настоящий корм. Вот, берем. Прикольненько. Так, я уберу эту. Ой, по-моему, я много корма. А как брать его? О, я взял, мне показывают, что мне нужно туда. Куда-то туда. Я с тобой, да. Оу.
тут какие-то странные звери обитают, тут собачки. А, все, насыпай, насыпай. В миску корм, короче, насыпаешь. А, вот сюда? Все, все, да, получилось. Мне не сыпется. Сыпется, а, нет, все насыпало. Стрелку показывай, теперь туда идти. Типа рассчитаться, да? Что? Теперь домой. Стоп, у нас питомцев забрали. А давай еще возьмем, стырим себе. О, давай. Я возьму котенка. А, я опять. Ой, я хочу вот, вот, вот такую черепашку. Все. Все, я овчарку взял. Я надеюсь, за нами полиция не пришлет из-за того, что мы своровали питомца. Смотри, какая у меня большая овчарка. О, гигантская какая-то. Только она восковая, у нее ноги не дрыгаются. Она просто язык вывалила и летит. Смотри, там у кого-то какая-то крутая машина. Ой. Ой. И гигантская. О, это девочка-мама, наверное. Наверное. Давай попробуем покататься. А что, можно? Слушай, я села. Меня вышвырнуло просто. Говорит, тебе еще нет 15 лет. Представляешь, меня выкидывает. Попробуй сесть. Попробуй сесть, может, тебе можно будет. Ты что же вышвыривает просто. Нет, меня тоже выкину. Пошли домой, нас домой позвали. Ну, кстати, с кресла, с места пассажира меня не выкидывало. Так что пока мы пассажиры. Стоп. Пассажиром можно быть. Меня куда-то... А, куда-то подожди, сюда. Куда-то в другую сторону. Вот сюда. Да. Это что такое? Что это значит? По-моему, в дом или нет? Не знаю, вокруг дома почему-то. А, нас в какую-то комнату в доме зовет. Ясно, нам надо в комнату. Пойдем? Пойдем. Сейчас мы узнаем, что за тайная комната. И... Оп. Помыться. Залазь. Душ. Черепашка, ты будешь мыться. Какой кошмар. О, ужас. Все, помылись, а теперь... А, типа мы с животными повозились. Стоп, я не помылась. Нет еще? Нет, я не помылась, подожди. Робник с грязная? Да. Все, теперь мне пора идти. И... Ой, еще день рождения? 12 лет, ю-ху! Ничего себе. А что нам подарили? Вау, как интересно! А у меня как раз пицца есть, продолжай, папа. И у меня есть. Между прочим, на ночь есть не полезно. Ну ладно, и тут нам исполнилось уже 12 лет. Не знаю, я кликаю, но пока что-то ничего не дают. По-моему, ничего не подарили. А где подарки? Жальные родители. Ну, короче, направляет вон туда вот. На улицу. Я уже на улице. А я за тобой, все, я тебя вижу, я тебя догоняю. И нам опять в тот магазин помчались. О, побежали. Давай на перегонки. Питомцы. Давай быстрее. Что-то собака. Не получается ускориться. Кусь, собака. Ладно. Все, соревнования закончились. Мы в магазине. Так, и что? Куда-то что вот будем сюда делать? О, покормить питомца. Опять корм? Ну вот, зря мы их взяли, еще и кормить придется. Теперь каждый раз будем с ними бегать. Ну вроде да. Все, да? Слушай, Бонни наелся, по-моему. Может, я сам должен там поесть? Собачьего корма. Все, вроде все. Стрелка в другую сторону. Подожди, нет, я не все. Мне показывают, что не все. Давай я посмотрю за Робби, что происходит. Какая-то прожорливая черепаха, она не может наесть. Мне дали другую собаку. О, прикольно. Ну я-то не понимаю, что делать. О, да. Вот, все, у меня то. Сделала? Отлично, теперь да. Можешь свою черепаху сдать? Да, я, наверное, ее, пожалуй, сдам. Потому, потому что у тебя что... и так песик вон еще есть. Все, черепаху сдала. Или он был у нас песик? Нет, это или был, или не этот был. О, другой он садится, он хоть живой. А, у нас кошка была. Да, кошка и дракон. Куда-то их отобрали, всех питомцев. Да-да-да. И что тут, что мы что? Вот сюда, во, в этот магазин. Опять сейчас будем что-нибудь делать. О, прикольненько. Нам еду раздают. Так, ой, похоже, нет. Это не еда. Это круг, бутылочка синяя, бутылочка зеленая, бутылочка такая. И вот это, я, короче... У меня бешеная собака. Все, взял. Мне кажется, нам надо вот этот кругляшок взять, пойти покидать. Давай попробуем. Пас. Давай. Эй. Давай. Он улетел. А, она мне принесла. О, есть бутылочку. Выпей. Давай посмотрим, что будет, если ты выпьешь. Чего-то она не пьется. А я думал, ты синий станешь тогда. Смотри, твоя собака. Она чуть не укусила меня.
А, ты посмотри, что она делает. Отпусти, Робмикс, собака голодная. Отпусти. У меня вообще. Отпусти. Робмикс покусала собака. Твоя собственная. Ладно, куда нам стрелка? Ужас. Нет, она какая-то опасная. О, так, моя поскакала, сейчас все бежит, она воткнулась в землю. О, подожди, нам показывают, куда-то туда нужно бежать, побежали? Побежали, да, собака поиграли, бежим. А что у тебя в руках за табличка? Не знаю. Заправка сзади взорвалась, кошмар какой. И мы там были, да, хорошо, что мы убежали. Вовремя унесли ноги. По-моему, сюда, по-моему, в дом. В дом, и... 13 лет! Ю-ху! Я теперь старше тебя на одну минуту! Ничего себе! Все, мне короче... Да, чувствую, нам долго еще расти придется. Да, немало еще придется потрудиться. Мне дали фонарь. Папа, ты продолжай. Я уже пятую пиццу ем. Мы тебя слушаем. Да, а дальше было немного сложновато. Так, где Робмикс? Спасите! Ничего себе! Помогите! Ты летать научилась, левитировать, вау! Ух ты, нифиг ты себе! Что-то мне это уже не нравится! Да наоборот, классно, ты Супермен стала! О нет, как это убрать? А, я не знаю! Ребята, Робмикс, она волшебница, ну смотрите, о, приземлилась! Все, да, все, я уже не волшебница! Ты уже обычный человечек. Ну слушай, у нас с тобой... Подожди, где мой фонарь? Не знаю. Зачем тебе баскетбольный мяч? Посмотри в инвентаре, сверху кнопочка инвентаря, и там лежат у тебя всякие предметы. Ненужные можно убрать, типа там баскетбольный мяч, там бумеранг, рогатку. Ну, рогатку можно оставить. А палатку, маршмеллоу, и это выставить на основную панельку. Прикольно, у меня маршмеллоу есть. Класс. Да, погнали, можем у нас поесть. С тобой супер задание. Просто суперское задание, офигенское задание. Потом детям нашим расскажем. Вон, смотри, видишь, впереди горы. Угу. Я вижу какие-то ступеньки. И я вижу ступеньки, и нам надо именно туда. И какое-то тобой... прыгающее желтое пятно, ты видишь? А, это стрелка. Это стрелка, да. Стрелка прыгающая желтая. Все, у нас с тобой паркурчик, погнали. У-ху. Раз. Ой, я застряла. Извини. Оу, ай-яй-яй-яй. Лезь вверх. Упс. Ай-яй-яй-яй. Я по тебе залез. А, ты меня уронила. Давай. А зачем ты меня спихнула и за мной прыгнула? Так, между прочим, это ты у меня на голове стоял. Сори. Ой, я так высоко прыгаю прям. Я почти на вершине. Я на вершине. Есть, все, я на вершине, Робмикс, я здесь. Давай руку. У меня последняя ступенька, я боюсь. Давай, я тебе даю руку, тяни. О, мы забрались. Смотри, какой тут прикольный вид. Ух ты, тут озеро. О, озеро. Смотри, там стрелочка, пошли. Посмотрим, пошли, я, кстати, где-то видела у себя палаточку. Да, палаточку, наверное, надо. А, костер надо развести. Вопрос как? Маршмеллоу, не то, я его съел зачем-то. Так, палатку. Я, пожалуй, поставлю... О, прикольно! И я поставил палатку, пошли, давай я к тебе в гости, ты ко мне, давай, как у тебя там дела? Давай. Ой, у меня пока не очень, потому что я опять что-то куда-то улетела. У тебя ездящая палатка! А у меня? Да, у меня какая-то ездящая. А у меня нормально, в общем, я тут, хоп, спокойненько. Дрова, надо собрать дрова. Может... У меня стрелка, сбор дров. Да? Тык-тык-тык-тык-тык, вот так, да. Все, я собрал дровишки. Бери тоже дров побольше. Ты зачем так, с синей бутылкой бегаешь? О, молодец. Все, я собрала дрова. Бежим сейчас, разведем костер. Эй. Есть! Да, я здесь, о! Вау! Разводи костер. Все. По-моему, я не успела, ты вперед меня развела. А у тебя ночь наступила? Да. Круто, давай маршмеллоу есть. И в этот момент нам надо рассказывать страшные сказки. У тебя есть страшная сказка? Мне уже тут жутковато становится, может пора вернуться домой?
Не, нам еще надо поспать. А, меня уже отправила домой. Сейчас я вернусь. Я как-то неудачно отцепился. Ух ты, я сплю в палатке. В моей? Нет. Подожди, это чья? Кто это спит в моей постели? А, Робмикс, это ты заняла мою... Я встать не могу, все. Тихо, а я тут, смотри, в пол упал. Походу, маршмеллоу нас это притянуло к земле просто. Какое-то оно было не такое. Да, мы, похоже, объелись. Зря мы его съели. Мне голова торчит под палатку. Сейчас будет происходить в самые горы. Надеюсь, не будет чудовищ никаких. Да, какой-то... О, тут есть табличка. Что? Пещера. Опасно? Опасность. О, бери фонарик. Может, мы не пойдем туда? Не, мы же с тобой смелые, Роми. Все знают, что мы с тобой смелые. Как мы потом детям будем сказки рассказывать, что мы в пещеру испугались пойти? Пойдем? Или нет? Ну ладно, тогда ты первый. Ладно. Чудовище! Нет, там дракон. Или кто это? Ладно, давай укрощать его. Нет, давай ты первый. Он кусается? Нет, пока. Нету, он не живой. Все, побежали отсюда. Что? Я на нем мог посидеть. О! Попробуй. Да ладно, он ногами шевелит. Или да. Это ты его так? Нет, это... А, я его под... Робби, смоталась! Вот теперь, вот, это был твой динозавр, я не мог на него сесть. Мне страшно. Да, интересно, только давай в следующий раз расскажешь. Очень уж спать хочется. Тоже спать немножко хочется, но еще немножко помузицирую и тоже лягу спать. Кстати, продолжение истории следует, поэтому, ребят, вы подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение этой очень интересной и увлекательной истории.